Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 1035. Можно ли христианам общаться с представителями Богородичного центра? Не повредит ли это духовному состоянию? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Я отвечаю прямо по вашим запискам и вижу, что вам не всегда это нравится, но меня это совсем не беспокоит. У меня определенная цель – быть верным в Слове Его, то есть Божьим. Так называемые богородничники, представители новой, преглупой ереси, чем они могли вас заинтересовать? Мне хочется сказать, что если вы серьезно это спрашиваете, то вашему духовному состоянию это не повредит, вы просто еще никакие. С представителями этой ереси даже стоять рядом противно и опасно. Не то что разговаривать. Для них Библия вообще не существует. Антоний Великий сам о себе говорит, что он никогда не беседовал мирно с еретиками. А Иоанн Богослов, узнав, что в данный момент вместе с ним в бане находится еретик, которого он даже и не видел, он тут же полураздетый рванул из бани, чтобы Бог не убил его вместе с ним. Отношение к представителям этой ереси должно быть как к прокаженным. Не подходить, не прикасаться и не разговаривать. С представителем любой протестантской секты можно говорить и трудиться среди них, ибо у них есть авторитет Библии, а у этих извращено все от первой до последней буквы. У них один огромный вымысел. Псалом 118, стих 13. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Эта ересь может сравнить только с белым братством. Они абсолютно антихристианские. Их представители приходили к нам на прогулку в лес и на занятия в университете. Эти люди психически ненормальные, больные, застывшие резиновые ухмылки, бегающий взгляд и какое-то бормотание. Дикая одержимость, помрачение ума. Можно нормально разговаривать даже с коммунистом, даже с фашистом, масоном, а с ними нет никакого разговора.